21 аркан. Энергия миротворца. В плюсе такие люди в любом городе, в любой стране чувствуют себя как дома. Они любят все религии, они любят изучать разные культуры, они очень любят другие национальности, они имеют бизнес не только в каком-то своем городе или в своей стране, но они обзаводятся связями по всему-всему миру. Это люди глобального мышления. У них просто наполеоновские планы и цели, и они смело идут к этим целям большими семимильными шагами. И, конечно же, у них все здорово получается, если их бизнес, их деятельность полезна людям. Я еще добавлю о плюсах людей 21-го аркана. О них можно сказать так. Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная, отечество мое. Это стихи Коста Хитагурова. Они как раз подходят людям 21-го аркана в плюсе. В минусе это люди, которые или живут в ограниченных рамках, или занимаются не миротворческой деятельностью. Что это значит? То есть это человек, который где родился, там и пригодился, что называется. То есть вот он родился в маленьком городке и там и остался жить. В этом нет ничего плохого, но если человека не тянет на широкие просторы. Но, как правило, людей 21-го аркана как раз именно тянет к завоеванию новых просторов, к новым знакомствам, к новым проектам. И часто бывает, что человек 21-го аркана, проживая в каком-то таком, ну, небольшом городке, в какой-то локальной местности, он все время думает о чем-то большом, о чем-то великом, но не может это осуществить. И второй момент, который связан с минусом 21-го аркана, это прежде всего, конечно, тот факт, что это люди, которые не занимаются миротворческой деятельностью или занимаются не миротворческой деятельностью. Что это значит? Это реализация алкоголя, реализация табака, реализация мяса, рыбы и так далее. То есть это люди, которые несут своей деятельностью какое-то разрушение в этот мир. И именно поэтому часто бывает, что этих людей упаковывают вот в этот вот маленький городок, из которого они не могут вырваться. Очень важно знать, что в минусе люди по 21-му аркану чувствуют себя ограниченно. Они вроде бы и хотят что-то сделать масштабное, но не могут. И причина, еще одной причиной, почему так происходит, это критика. Они в минусе критикуют все. Всю систему мироздания. Бог не такой, значит, политики не такие, в нашей стране не такие, в других странах тоже не такие, соседи не такие, и им все не так. И вот эту глобальную энергию критики они пускают на мир. Соответственно, мир не может их поддерживать в их глобальных планах, потому что они энергии агрессии, критики, претензий просто людей и мира разрушают и разрушат еще больше, если их пустить на более высокие уровни. Поэтому кармическая задача 21-го аркана – мечтать о большом, о великом и идти к этим великим целям, но при этом работать в созидательном русле и выбирать деятельность, которая полезна другим людям. И перестать, конечно же, критиковать систему мироздания.